Я, к сожалению, Мухтар Кабулович, хочу сказать, что даже вот в этом вы оптимистичны, говоря, что люди будут прозябать. На самом деле они не будут прозябать. Будет гораздо хуже, будет ухудшение, и оно уже, этот тренд на ухудшение идет, и он очень значительный. И если вы думаете, что ваши дети будут жить как вы, нет, они будут жить хуже, чем вы. Потому что вы еще получили какое-то наследие, какая-то инфраструктура при советском режиме построена, вы еще получили какие-то знания. Но сейчас нынешняя система и здравоохранения, и социальной системы, и образовательной системы, я хочу сказать, уже тем более рынок закрыт для того, чтобы какие-то новые предприниматели появлялись. Социальные лифты не работают, как они работали в тех же 90-х годах, в начале нулевых. Семья Назарбаева поделила все ресурсы, поэтому вещь одна, ваши дети будут жить хуже, и вы сейчас этот шанс на какое-либо улучшение упускаете.